Вот посмотрите, сколько нас здесь собралось. Летом в горах, кошарах больше людей, чем сейчас нас здесь. Это пришли те, у кого душа болит за это, кто думает за завтрашний день. Чтоб его ребенка, его дочь, его сына где-то не поймали в дороге и не зарезали, как свинью, извините меня за выражение. Если это безнаказанно будет оставаться, завтра каждого это может коснуться. Добиваться надо здесь, чтоб судили вот этих подонков, и здесь, чтобы они в кабардино-балкарских зонах отбывали наказание. Правильно. Мы должны показать, что мы цивилизованные, законопослушные люди, и обратиться от лица собравшихся председателю Следственного комитета Российской Федерации и генеральному прокурору Российской Федерации. Всех, у кого какая информация есть, в интернет скидывайте. Там не смогут закрыть нам рот. Домой могут прийти каждого вызвать, оштрафовать, посадить. В интернет, если выкладываете, достояние будет общественности.